Добрый день, дорогие зрители! Хотела сегодня поднять тему жестокости. Жестокости в лицах. То есть, вот казалось бы, да, там, что дети жестокие, подростки жестокие. Так у нас не только дети и подростки жестокие, у нас и взрослые вполне жестокие, и пенсионеры тоже. Вот эти вот разборки старушек, чего стоят, сидящих возле подъезда. Также определенные профессии у нас с высоким процентом садизма. Я уже не буду перечислять эти профессии, понятно какие. То есть, если туда попал, все. Садизм тебе обеспечен. Будут над тобой издеваться, пока не бросишь, копыта не откинешь. Причем это все было и в Советском Союзе также. Попал, все, тебя будут мучить, терзать, все. Попал в вереницу событий, будешь там сидеть расхлебываться. Люди раньше добрее не были. Да, говорят, что раньше там на замки не запирали двери. Так и красть-то ничего не было. Нечего было красть. Помимо того, что нечего было красть, и замков не было. И вот доходило до того, что, например, там одни парадные какие-то босоножки или пальто носила всей деревне. Ну и что ты вот стыришь босоножки, куда ты в них пойдешь? Ну, вот украдешь ты босоножки, куда ты в них пойдешь? Все знают, чьи-то босоножки. Ну, вот куда ты в них пойдешь? На рынок пойдешь. Ну, на какой ты рынок пойдешь? На колхозный рынок. На совхозный рынок. Колхоза у нас, кстати, не было, узнавала тут поблизости. Потому что в колхозах там паспорта не давали. Ну, и... они были где-то колхозы, но они где-то были в тех районах. Ну, в стороне Нижнего Тагила там такие вот эти все было дело. Наверное, так. Потому что у нас были совхозы и еще какой-то этот самый. И комплекс. И комплекс у нас был. Комплексы были. Колхозов не было. Не, ну, может, в 30-х годах. Но вот про последние... Да и последние годы не было. Все были при паспортах. Все были при деле. Ну да, вот особенно еще вот эта борьба с тунеядством. То есть все работали вот так вот. Все работали. Работу ни на кого уже не кинешь. Особенно вот такая работа в животноводстве, в посевной. Ну, на кого ты там поросенка кинешь, чтобы бежать на рынок и продавать ворованные босоножки. Поэтому что работой были все загружены. Поэтому как-то было так. Но люди были очень завистливые. Сейчас, мне кажется, даже меньше завистливых людей. Очень много стукачей было, ходили только стукачи. Ну, кто работал, а кто был свинцой, те ходили стукачи. А кто-то, понятно, что тут работа уже не знаешь, как копыта не откинуть. Так. Что говорят, что сейчас молодежь, это сам, да нет. Раньше вообще бригадами ходили. В другой район нельзя было ходить. Вот я вспоминаю свое советское время, да, мне удалось там пожить. И я вспоминаю, что вот я как бы так получилось, что я была из другого района, из нового, скажем так, района. И я вот, ну, в общем, до сих пор я не могу ходить в этот район, потому что уже, понимаешь, как бы раз побили, уже второй раз туда уже не пойдешь. Ну, то есть все, вот как будто, вот, знаешь, там такая вот проволока колючая под напряжение, то все, ты уже не поймешь. Хотя ты понимаешь, тебя там уже никто там тебя бить не будет, преследовать тебя там не будет. Знаешь. Элементарно, в другой район не пойдешь. Отпиздят. Вот так вот было. Вот это, да? Пацаны контролировать другой район. То есть в другой район ты не пойдешь. Даже если ты девочка, в другой район ты все равно не пойдешь. Хоть я и совсем-совсем рядом, буквально в 100 метрах, жила в новом районе. Но, тем не менее, вот такие вот дела. Какой-то там взаимовыручки тоже там никакой не было особо. Ну, это ходили одалживать там соль, вот это что там, соль, сода, спички. Ну, такое было, потому что магазины-то снабжались, скажем так,
Магазины рабочие работали в рабочее время, понимаешь? И если у тебя нет дома, кто сбегает в магазин, там какой-нибудь ребенок или бабка старенькая очень, то и остаешься с хреном, с одним на обед. Со своим хреном даже. Ну, в общем, поняли вы, с каким хреном мы остаемся на обед. С несъедобным хреном, в общем. Господи, что там за потасня куриная? Поэтому жестокость, она присутствовала всегда. Сейчас она видна, потому что... Да, и раньше была видна эта жестокость. Но... Ну, сейчас она... И сейчас она, и раньше. Количество жестокости, оно одинаково. Количество жестокости, оно одинаково. Мне кажется, даже раньше больше было жестокости. Сейчас хотя бы соседи не вмешиваются, как в твою жизнь поменьше вмешиваются. Все равно, блядь, нос свой суют длиннющий. Длиннющий свой нос. Нос как щупальцы суют чужие дела. Но, тем не менее. Ну, блядь, любопытно всем. Но все равно вот это вот поколение уже отмерло самых любопытных. Ну, да. Понятно, что там после войны ничего не было. Ну, что может быть после войны? А у нас-то поколение сытое. И вот отсюда вот эти вот поверья, что Господи, сейчас все шею там сломаешь. Чтоб язык бы свой сюда всунул длинный. Угу. Вот так вот. Вот ну, такие вот дела, ребята. Отключаюсь. До новых встреч. Берегите свой телевизор.